вот еще плывет. А вот рыбки, смотри, вот, то есть тут не двигайся, смотри, я тебе покажу, вот смотри, где моя удочка, сачок, вот там две рыбки, вот здесь вот, смотри, куда каплика падает, капли падают, видишь, на дне две рыбки, смотри, где сачок, и там две рыбки, ты видишь внизу? Ух ты, невнимательный. Вот прямо перед тобой рыбки, вот, в ногах у тебя. Что ты делаешь? Зачем ты так много? Папа, а моя рыбка будет? Нет, это соленая вода, а у тебя рыбка в какой воде? Пресная, да? Она заболеет, умрет, если ей так подать. Океанская, вот надо соль, воду отсюда, из океана. Отсюда воду. Да, это можно. Им надо много воды, маленький аквариум не годится, но все время видишь, как в океане. Они в аквариуме не живут. Можем их посадить в баночку, но они быстро умрут. Их в воду, чтобы они не умерли, чтобы не дышать, они не могут дышать на поверхности. Ниже чуть-чуть, посмотри. Вот так вот опусти. Опусти, чтобы они в воде были. Ого, какой большой мне попался. Вот, смотри, вот качок мой. Он прицепился. Что сделать? Я научил тебя плавать. Здесь хочешь на мою руку? Здесь глубоко? Попробуй на мою руку лечь.
А, ты не трогай пол. Ладно, как будто бы пола нет. Отпусти эту штуку, когда она меня колет. Давай, я две руки поставлю. Гарик, смотри, ложись на мои руки. Смотри, две руки, ты ложишь на мою руку, плавает. Одна рука, вторая. Все, так быстро поплавал. Я лицо вытру. Плыви ко мне. Плыви. Не ходи. Здесь не глубоко. Плыви. Можешь, попробуй. Если будешь тонуть, здесь не глубоко. Ты встанешь на ножки. Смотри, Варта, я хочу.
дотрагиваешься? Нет. Я вижу, ты дотрагиваешься. Нет. А так поднять можешь? Так. Тебе? Давай. Нет, все равно ноги на полу. А руки спереди? Ну ладно. А сейчас нет волн закинуть. Вот видишь, какое спокойное море. Нет волн. Когда будет волны, будем прыгать через них. Сегодня нет. Глубже можешь зайти? Еще глубже можешь зайти? А еще глубже там, где я стою. Да, здесь уже. Не смотри мне по колено, я даже. Ты не глубоко. Встань, встань ногами. А я могу здесь. Ого, давай. О, так ты же не ходишь, ты плывешь. Ты же не ходишь, ты же не держишься за воду. Ты просто плывешь. Нет. Да, я вижу, что ты руками не держишься. Вот подними руки. Можешь одну руку поднять? Можешь лежать, чтобы тебя вода держала? Голову вниз опусти. У меня стаски. Это волны от корабля. Вот твоя пена дождался. Вот, давай сидя через волны. Сделай, закончили волны. Перепрыгнуть. Смотри. Оп.
вдыхаем больше кислорода в живот, тогда нам тело будет держать. Как шарик. О, грудь. Все, ты как шарик плаваешь. Шарик же не тонет, правда? А знаешь, что мы можем взять? Вот если мяч. Можем мяч взять. Ты будешь на мячом плавать. У тебя есть мяч? Твой футбольный мяч в машине. Можно пойти его взять и можно с ним плавать. Он не тонет. Нет, он не тонет, в нем воздух. Нет. Он не будет тонуть. Потеплее. Ну пошли погреемся. Потеплее. Ложись в воду. Я больше не хочу. Смотри, смотри, мне пару шагов осталось. Смотри на росту. Я вижу. Обычной водой. А как взял ее соленую воду? Как
жить у вас? Бывают детки. Да, бывают детки с одним глазиком, бывают вообще детки, у которых глазик остается. Не видят вообще ничего. Они стыкаются? Конечно, они только слышат, да. Да. У них нет глазиков. Они могли родиться без глазиков, и у них не работают глазики. Или не выговорили это, а испортились это глазики. Похоже, оно. Ну что, согрелся? О, какой маленький глазик. Ой, какой мультик. Я сейчас разгрею. Воды хочешь попить? Я хочу обувь взять. Доставай. Маленькие книжки.
Thank you.
Гарик плавает. Сачок можно поломать. Не могу купить цену.
Гарик, смотри, вон дядя ищет сокровища под водой. Вон у него специальная такая система, и он под водой ищет сокровища. Видишь? Такой круг у него. Показывай. Thank you.
Друзья, вместе. Маша, диод у меня есть. И банка. Всегда есть место для еще одного друга. Я тебя покажу. Я тебя сильнее покажу. Жаль, сжимай, 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 переворачивай руку. О, молодец. Сжимай вот так, смотри. Так, так. О! Я говорил, какой ты сильный. Ты выжил, а я еще выжил. Давай еще раз. Молодец, молодец, молодец. О, о! Мальчик, я же не буду его. Давай с тобой. Сжимай, сжимай руку. Сжимай, сжимай, сжимай. Смотри. Вот так, вот так взяли. Раз. Раз. Да. Надо. Да, кто переворачивает? Вдвоем, вдвоем против меня. О, победили. Конечно, папа, я же большой дядя. А он тоже сильный. Как тебя зовут? Алексей. Алексей. А меня знаешь как? Это мой сын Гарик. Да, меня зовут да. Гарик. А я тебя сюда. Акула плывет быстро. А теперь давай теперь тебя покатаю. Нет. Ты не хочешь? Я люблю кататься. Ты любишь кататься? А
right, but I speak literally to 300-400 designers every day. So let's narrow this down. I have news on 28, and I have a fashion show that's coming up on the state, and I have a couple of shows during the fashion week. So I just need to know which project we spoke about. You're so rare. Melvin, Long Island. Merlin. Where is that? Oh, gotcha. Right. Okay. Okay, gotcha. You live in Maryland, right? I do like 3-4 shows almost every month. During the fashion week, I do probably every day a couple of shows. But, okay, so do you know how it works? So YouTube space is kind of about